Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печеняки. Ребятка, петуньи. Наши петуньи. Это на клумбе за двором. На улице, можно сказать. Где я снимал пионы. Ранние пионы, где я снимал. Здесь сейчас растут петуньи. Ну, пойдем сейчас дальше чуть-чуть. Такие петуньи. Красавицы, да? Ну, идем далее. Ребята, это богатая невеста. Цветы, богатая невеста. Или их еще называют молочай. Смотрите. Богатая невеста. Богатая невеста разводится семенами. Когда осенью созреют семена, собрать и весной посадить, а потом рассаживать. Эти цветы еще называют вечная невеста. А почему вечная невеста? Да потому что, когда цветы цветут, потом созревают семена, семена высыпаются на землю и весной прорастают. И получается, постоянно на одном месте растет вечная невеста или белая невеста. Просто красивые. И листочки красивые, смотри. Листочки самые белые. Белая невеста, как белая фата. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап. Печенеги. Пока-пока, ребята. Вечная невеста. Или белая невеста. Или же молочай.